Сейчас поработаем копию. Вариация. Одновременно сделаем иккё, никкё, санкё. То, что мы с вами уже делали. Копию. Ваши локти внизу, спинка ровненько, плечи пока поднимаем. Теперь смотрите. Сейчас работаем в статике. Никуда не ходим ногами. Взяли захват. Иккё. Обращайте внимание, что у вас очень плотный контроль запястья сейчас. И у вас идет рука, контролирующая локоть партнера. Теперь из этого же самого положения обращайте внимание. Вы приводите запястье к своему плечу, привели. И рука начинает сгибать локоть и чуть-чуть опускать его вниз. Никё. При этом вспоминаем, что никё выполняется не за счет проваливания вниз, потому что иначе партнер обязан вас атаковать, а за счет загрузки запястья, его мизинчик должен стремиться к его лбу. И работает колени. То есть, когда вы приседаете, ваш партнер начинает приседать точно так же. Вы встаете, встаете. Никё сделали. Отсюда же разворачиваем руку. Обращайте внимание, что его локоть уходит сейчас вертикаль. Замрить сможешь? Угу. А запястье нужно будет двигать к нему. То есть, у него сейчас запястье смотрит примерно раз, и вот его запястье нужно будет разворачивать вертикально к плечи, а запястье начинаем сворачивать к партнеру. Ясно? Йока, так говорим. Копию. Теперь все то же самое другую руку. Взяли, загрузили партнера, вот это и копию. Обращайте внимание, я сейчас не хожу, я стою на месте, чтобы выключить работу ног. Руку к плечу. Никё. Предплечье подняли вертикально. И его запястье начинает закручивать к нему. Санкё. Принцип еще раз. Иккё. Никё. Санкё. Рио-кататори. Выход на иккё, никкё, санкё.